Блин, на неравный спор я иду. Вам всего лишь один раз нужно кликнуть на большой палец вверх, а мне заснять, смонтировать и выложить видос. Ставки на спор! 1xp! Большие выигрыши! 1xp! Быстрые выплаты! 1xp! Надежный букмекер! 1xp! 1xp! Букмекерская компания. Всем привет, друзья! Меня зовут Денчик. Я сейчас, скорее всего, нахожусь уже в солнечной Турции. Но... Happy Go Lucky у нас с вами продолжается. В прошлом выпуске мы с вами наконец-таки вышли в первый дивизион. Мы открывали с вами кучу паков за титул второго дивизиона, но, к сожалению, кроме Тоти Модрича, в нем ничего нам не выпало. А Тоти Модрич у нас с вами есть уже в команде. По ачивкам у нас с вами остается 20 успешных отборов за Канте и 4 голевых передач, ну и 10 успешных подкатов за Леонардо Бонуччи. Ну и перед тем, как мы с вами пойдем на футхед, давайте вновь откроем пак, где 12 игроков Бундеслиги, 3 из них редких. Возможно, нам снова ничего не выпадет. Но нет! Посмотрите-ка, что происходит! Просто собрал пак за СБЧ и падает ТОЦ! Это что вообще такое? Это кто? Это 89, это может быть не очень прям здорово, но, блин, я на этот пак вообще ничего не потратил, и мне падает тот с Бундеслиги. Офигенно же, похож, кстати, на Гризмана на этой фотке. Еще и информ, здрасте, приехали. Офигеть! Ну и с хорошим настроением давайте перенесемся на футхед. Очень крутое начало, и сейчас давайте откроем 5 золотых игроков. Может быть, нам и здесь повезет, но это, конечно, вряд ли. Эрнандес, есть у нас уже и покруче его карточка, Касильяс, это круто, но не для сегодняшнего открытия, потому что нам нужны совсем другие игроки. И пускай мы на футхеде никого не поймали, но настроение задано, и давайте найдем первого соперника. Ну и в первом дивизионе вновь очень мощные составы, Суарес, по всей видимости, идет вверх, Криштиану Роналду, Бейл, Пети, Вейра. В общем, ничего так. И вот этот вот доставучий голкипер. Луис Эрнандес. И сейчас можно на дальнюю штангу. Там у нас с вами Леонардо Бонуччи бьет поворотом. Так, а вот сейчас есть пространство. Криштиану Роналду закрывает его Рио Фердинанд. Просто потрясающий сейчас был подкат. И жалко, что это был не Бонуччи. Так, нужно встречать Криштиану Роналду. Опасненько. Ну что же, ребят, пора забивать, наверное, первый голяссо. И делает это Харри Кейн. Красавчик. Ну, я в нем не сомневался. Так, только сейчас, чтобы киков не проходил. Блять, как я сейчас ошибся. Просто пиздец. Фердинанд просто упал. Ну окей, нам нужно снова выходить вперед. Криштиану Роналду, может быть, ты сейчас попробуешь ударить неплохо, но один мы с вами забили. Красивый был гол, да, за Кейна? Давайте забивать сейчас за Месси! Выше ворот, ай-яй-яй, хлестко. Последние минуты первого тайма. Криштиану Роналду, передача, еще одна передача Лео Месси. На-те вам, ребятки! Так, а если нам еще сейчас дадут время Криштиану Роналду похоронить просто нужно? А ведь могли. Соперник разводит мяч, и в прошлый раз это привело к тому, что с кикоффа он забил. Да блять! Какого члена снова такое дерьмо происходит? Пожалуйста, давайте без этого в этот раз. А вот прием мяча за Рио Фердинандом — это не самое лучшее мероприятие. Еще и нашего Фердинанда отстеснил сейчас Криштиану Роналду. Не дал ему он вовремя встретить Гаррета Бейла. Тот отдает передачу, и Криштиану расстреливает. Блэт! Просто блэт. Ну а сейчас можно сделать навесик на Харри Кейна. Жалко, что он не прошел. Но Криштиану Роналду хоронить! Канте, это твой персонаж сейчас здесь. Ой-ой-ой, там Бонуччи чуть ли пенальти не заработал. Ну вы посмотрите на это. Ну вы посмотрите на это. Не, ребят, я, конечно, все понимаю. Но давайте мы сейчас с вами забьем гол. Счет станет 3-3. И мы постараемся все-таки победить в этом матче. И вот сейчас Криштиану Роналду передача на Лео. Лео, дальше бей, пожалуйста, Кевин Де Брюйна! Что он делает? Что делает этот парень из Манчестер Сити? И, кстати, он, в принципе, недалек до хэт-трика. Бонуччи делает подкат, но, блин, неужели сейчас Давид Де Хея нас выручает? У Бонуччи пока что просто все в молоко идет, все его попытки. Наверное, не стоит делать подкаты за Бонуччи в таком непростом матче. Все-таки наверняка будут матчи попроще, где эти подкаты действительно можно будет сделать. 90-я минута, подача, Криштиану бьет, но наш Бонуччи, по-моему, как раз-таки и выручает. Давайте вынесем, нам нужна тупо победа уже здесь сейчас, потому что, хотя мы, может быть, еще и успеем что-то сделать. Криштиану Роналду, давай, уже устал соперник, и сам бей! Блин, не успел.
еще и звонят. В любом случае, это победа, и сейчас посмотрим, что мы получаем за этот матч. По голевым передачам, кстати, Канте делает одну голевую передачу, итого нам с вами остается еще 3, и плюс только один успешный отбор у Канте, соответственно, остается 19. Бануччи в этом матче очень много косячил, и, соответственно, ни одного успешного подката у него нету, и остается еще 10. Ну а так, по матчу 4 забитых мяча, это 4 золотых игрока и 2 золотых игрока победы. Давайте откроем. И в итоге всего-навсего 6 золотых игроков, но зато мы с вами победили. И, может быть, даже в этих 6 игроках будет тот самый заветный Марсело, либо Рамос, либо, может быть, Канте. Да ладно! Да ладно! Ну почему? Ну почему? Это пятый игрок из 6. И нам падает Тотти, Кевин Де Брюйне. Футхед, ну давай, соберись, мне нужен Рамос, Марсело, Канте и Бануччи, ну не Де Брюйне. Ну совсем не Де Брюйне. Есть же у нас уже этот самый Кевин Де Брюйне. Зачем нам он еще раз? Нам дайте лучше Канте, Бануччи, Марсело или Рамоса. Ну а так давайте искать второго соперника. И у второго соперника достаточно неплохая такая цветастенькая серия А. Занетти, посмотрите, что он сейчас сделает. Он сам ударит. Но тут у нас, конечно же, Ханданович. Ладно, а как насчет того, чтобы Лео Месси ударил по нижним углам? Занетти на фланге и навесик на Криштиану Роналду. Просто принять мячик и ударить только теперь. По-прежнему счет 0-0. Нас это нифига не устраивает, но, блин. Возможно, сейчас Харри Кейн и сам давай бей. Хорошо, наконец-таки первый залетает на 30-й минуте. Харри Кейн один уже забил, и сейчас бы отдать передачу на Криштиану Роналду, который сделает счет сказочным. 2-0. Криштиану Роналду передача на Месси. Месси на Криштиану. И Криштиану делает дубль. Ребята, идем на хэт-трик. Так, а вот сейчас провалище. Провалище снова на фланге. Снова фланги теряем. И соперник один сравнивает. 2 за Криштиану, это, конечно, очень неплохо, но нам бы третий забить, но до этого мог сейчас отличиться Харри Кейн. Тот самый случай, когда просто удар не пошел. Криштиану как развернулся, и сейчас просто убирать еще одного защитника и делать хэт-трик! Криштиану Роналду, просто гений. Отлично просто развернулся и на скорости убрал защитника, и осталось просто элегантно переиграть голкипера. Занетти убрать сейчас еще защитника, и на самом деле Криштиану может на этом и не заканчивать. Какую он пушечку с разворота положил. Леонардо Бонуччи в подкате, и это мы засчитаем, остается 9. И еще разочек, еще один подкат, и снова чисто, 8. 8 подкатов от Бонуччи. Давайте постараемся оформить покер за Криштиану Роналду. И сейчас издалека удар! Криштиану Роналду! Вот этот номер, конечно, вот это да! Посмотрим повтор, удар просто пушечный, с нерабочей ноги и красотейший, красивейший гол! И матч заканчивается, счет 5-1, 4 забитых мяча Криштиану Роналду, который приносит нам 12 золотых игроков. Плюс 1 золотой игрок, еще 1 забитый гол и 2 золотых игрока, победа! 15 золотых игроков на футхеде. По ачивкам у нас 2 подката Бонуччи, остается 8, 1 успешный отбор Канте, остается... Блять, я запутался, 18 или 19, а вот голевых передач Канте не отдал. Друзья, 10 минут меня Рома ждал, пока я доигрывал матч, и, брат, раз ты пришел, давай, 15 штук нужно сейчас открыть, 15 золотых игроков. Я прикоснусь к святому, к happy go lucky. Да. Итак, как это все выглядит? Открываем первого игрока, у нас есть 15 золотых игроков, и этот нет, нет. Синяя карточка, но нет. Боба. Волкот тоже нет. Ну где же он? Ну точно нет. Тос. О! Кстати, турок. А где мы сейчас находимся? В Турции! Оу! Бля, ну в данный момент нет. И ну, этот. Когда игрок... ролик выйдет, мы уже будем находиться там. Лукаку, слушай, этот игрок тебе падал в паке. Но сегодня он нам не нужен. Нет. Ух ты, у Диего Армандо. Ну нет, да? Нет. Некуда его ставить. Да, нет тебе места в нашей команде. Причем это самый классный. А, нет, не самый, самый классный, у 7. Нес 5, ну неплохо. Нет. Блять, ну когда ты мне Тотти-то выпадешь? Су! Удару. Слик! О, да! Да, так не работает! Охренеть, блин, жалко, ладно. Мне кажется, магия сейчас работает, и нам выпадет Марсело. Нет? Еще 3. Нет, нет, и вот он последний игрок, и... Блин.
Ну что ж, друзья, я верю, что когда-нибудь я поймаю все-таки и Рамоса, и Марсела, и добьем мы ачивки у Банучи, и у Канте, но, видимо, не сегодня. Но я надеюсь, что выпуск вам понравился, вы влепите лайк, обязательно подписывайтесь на канал, кто еще этого не делал, чтобы не пропускать новые выпуски. Ну и с вами был Денчик, скоро увидимся. I met you in California. You told me you loved him in Georgia. Your heart's in the ground, frozen over. My heart's in the sky, supernova.